Похоже, здесь самый человек, который знаком со Светой меньше всего. Четыре месяца. Ощущение такое, что я знаю очень давно. Ну, такой человек, солнечный, общительный, притягательный. Вот. Мы, ну, я так смотрю, что мы здесь так примерно родственники, друзья давние, коллеги и группа по интересам. Группа поддержки. Мы из группы по интересам. Мы со Светой познакомились, ну, как поклонники Светланы Сургановой в этой группе. Ходили на концерты, встречались, виделись, футбол играли, болели там, в общем, много всего было, именно все связанное со Светланой Сургановой. Вот. И виделись, конечно, я видела как их, там, всех девочек, виделись, мы же такие стеснительные люди, мы же не можем сами подойти. А Света написала мне ВКонтакте, ну что, давай знакомиться. Типа, виделись уже? Я такая, вау! Мне она написала, что не признали друг друга. Точно так же Оля, Света с Олей познакомилась. С тобой тоже, наверное, да, так же. Ну, в общем, короче, вот это все от того, что Света вот такая вот солнечная, общительная, светлая, но и позитивная, классная. Вот. И ну, энергетика у нас одинаковая, я так думаю. Потому что люди притягиваются обычно. Поэтому стало так замечательно жить, я хочу сказать. Раньше я не ходила по кругу. Не хожу. Раньше я не пила коньяк в подворотне. Что еще? Это было классно. Короче, жизнь какой-то у меня лично приобрела новый видов. И все стало интересно, радостно. Это не зависит от того, конечно, от алкоголя или нет алкоголя. Это именно зависит от общения. От общения. И Света дает это общение. Оля, Соля познакомилась. Так классно, так интересно. То есть очень много людей. И вообще все так замечательно. Вот, Света. Выпьем же за то самое, которое у тебя светит внутри, в твоей груди. Вот это солнышко, которое всех притягивает. И оно дает всем. Понимаешь, это не то, что один человек, вот моя Света и больше нет. Ты даешь всем вот это солнышко. И так здорово. Как человек корабль назовешь, да, спасибо. Свет, ладно, свети.